Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине Ашан. Покажу вам обзор канцелярии к школе. Бумага для акварели формат А3 стоит 80 рублей. Альбомы по разной цене. Посмотрите, какой красивый альбом для рисования. 40 листов, цена 69 рублей. Белая бумага для черчения. Тетрадки для разных предметов, цена 53 рубля. Посмотрите, какие красивые тетрадки. 48 листов. Обложки для тетрадей. Пленка, тетради со сменными блоками, сто 120 листов. Красивая тетрадь. Прелесть просто. Сменные блоки. Блокнотики. Блокнот 120 листов стоит 130 рублей.
картон цветной.
Смотрите, какие красивые тетрадки. Тетрадь 96 листов стоит 40 рублей. Большие тетрадки. Сорок восемь листов. Цена такой тетради 89 рублей. Посмотрите, какие тетрадки. Алгебра, литература, физика. 48 листов. Цена 40 рублей. Смотрите, какие красивые тетрадки. Цена 26 рублей. 40 листов в линию тетрадь. Посмотрите, какая прикольная тетрадь с котиком стоит 33 рубля и с ежиком стоит 30 рублей. А еще есть вот такие красивые тетради, сделаны под кожу змеи. Разных цветов. Цена 31 рубль. Различные папки, уголки для документов. Файлы. Файлы 100 штук стоят 250 рублей. Папки для документов, для ручек, карандашей подставка 189 рублей стоит, вот такая 55 рублей, прозрачная 69, пластик. Пластик, как жвачка выглядит. Пластики стоят всего 12 рублей.
Корректор стоит 26 рублей. Корректор Эрик Краузе стоит 91 рубль. Корректор от Ашана стоит 33 рубля. Корректор стоит 40 рублей. Клей ПВА от Ашан, выдавливающийся, 23 рубля стоит. Пеналы пластиковые, различных цветов, с одним отделением, стоят 35 рублей. Бейджики. 23 рубля. Набор «Учись считать» стоит 146 рублей. Подставки для книг, папки с ручками и пеналы. Пенал с одним отделением. Цена пенала 50 рублей. Счеты стоят 240 рублей. Счетные палочки стоят 12 рублей. Вот такие. А вот эти стоят 18 рублей. Бумага с липким краем. Ручки разных цветов.